стоило ожидать, что сейчас с выходом на поле Ермека Куантаева вектор атак на правый фланг у Кайрата перенесется. Ну а мы недаром отмечаем. Здесь же и Гурман. Тимощук не дотянулся головой до мяча, но есть возможность удать. И вновь удар мимо ворот. Ну что, сбился прицел сегодня у кайратовцев. Ермек Куантаев. Балжан и Исламхан. Мяч уже у Куата. Исламбека Куата, кстати, забил он сегодня один гол. Удар какой красивый. Гол влетает в ворота Иртышан. Там мяч Давид Лория. Не успел он сгруппироваться для того, чтобы отбить этот мяч. И счет становится 4-2. Опять не прошла стеночка у кайратовцев, хотя сохранили они мяч. Перевод направо, Куантаев сходу бить не стал, делал прострел на гол, до которого мяч не дошел. Опять его выбили футболисты Астаны. Здорово вот в предыдущем эпизоде сыграл Аничич против Гоу, который рвался на рандеву с Ненадом Эричем. И даже голкипер так поприветствовал своего земляка оба. Тілек бар жанкерлерді және Диспотович бұл соққын орындаған және Тимошу қайтара соққы жасады. Қорғаушыларын біріне тиді және қарсы шабуылға көшеді қазір Абердин. Алға қарай ұмтылас пас және Тимошу мінекей өзінің әдетіне салды. Дәл осылай Тимошу допты қарсыластарынан өтті жақсы тартып ала білет білесілер. Қайрат деп қайраттанып командасын алға қарай жетелеуде. Матчтың 15 минуты ғана артта қалды. Екі ерте соғылған гол деп айтуға болады. Жерар гол жоқ болса да гол соғуға болады екен. Неге? Бакаевта жарады. Юра ждет ответной передачи, получает ее. Опаснейший момент и сейчас. Первый реальный голевой шанс был у футболистов Абердина. Нарушений правил там не было. Рядом был рефери Томаш Бокнар и контролировал. Владимир Плотников будет вводить мяч в игру. Там Аракелян довольно часто подключается к атакам. Левый защитник. Самхан налево. Куантаев идет вперед. Гоу ждет передачи. Нет, он отыгрывается с Виерой. Отличный пас, да!